Всем привет. Да, очень приятно, когда тебя так вызывают. Промо нереально просто крутое. Да, мне, конечно, очень приятно еще раз. Окей, давайте будем начинать. Зовут меня Дмитрий Романов, и моя тема сейчас — это турборежим. То есть и вот то, что сейчас рассказывала Ирина, лайфстайл, все это круто. Но кто помнит, сколько Ирина в бизнесе? Да, чуть больше 4 лет. Да, именно так. И лайфстайл пришел, мне кажется, не сразу. Хотя на самом деле лайфстайл, он в нашей голове и в наших целях. И это то, куда мы идем, куда мы стремимся. И все остальное подстраивается. Ну и, собственно, давайте вот поразмышляем, что же такое турборежим и фокусировка. Про что это? Про что это для вас? Про скорость. Согласны? Про концентрацию. А кто помнит вообще, какая цель у нашей компании в этом году, в 22-м? 10 тысяч партнеров. Можно, конечно, и на лайфстайле, но я бы рекомендовал сконцентрироваться и сфокусироваться, потому что такие цели достигаются только фокусируясь на результат. И это, собственно, подтверждает и 2020 год, 2021, сори. Да, когда компания шла с 10 миллионов до 20 миллионов. И это не просто так. Вот Вячеслав говорил, что каждую неделю они замеряли, каждую неделю они генерили определенные идеи составом администрации. И только так можно достигнуть больших результатов. И вот эту цифру, вот этот вот рост кратный в 5 раз, мы тоже будем достигать все вместе. Поэтому я вообще рекомендую ставить своей команде и себе лично рост не в 5, а в 10, может быть даже в 20. Потому что кто-то сделает, лидеры сделают, альфа-лидеры сделают большой результат, а бета будут тянуться и будут, возможно, делать меньший результат. И, собственно, конечно же, впереди, перед тем, как говорить про скорость, про какие-то вот такие быстрый темп, про фокусировку, нужно в первую очередь подумать о своих целях. Потому что только цели заводят нас, и только благодаря им, видя то, что будет впереди, да, как Ирина опять же сказала, Бентли, частные самолеты. И вот понимая это, только благодаря вот этой энергии можно идти к большим целям. Ну и, собственно, как мы хотим вообще достигать цели? Давайте об этом поговорим. Конечно же, быстро. Было бы супер, если бы там уже через год частный самолет. Круто? Круто однозначно. Однозначно это должно быть интересно. И я вот очень рад, что я уже 4 года в этом бизнесе с компанией Global Intellect Service. И этот интерес, он только еще больше, соответственно, у меня появляется с каждым вот таким мероприятием. Там очередное путешествие в Перми, ой, в Перми говорю, на регате, очередная какая-то движуха, да, и это то, что тебя заводит, то, ради чего, собственно, мы живем. Важно, чтобы это было экологично, это факт. То есть важно, чтобы мы помогали предпринимателям, а предприниматели радовались. И я когда смотрел кейсы вчера, я просто, ну, я был в шоке, например, от кейса там Ивана Белкина, это Белкины пекарни, это клиент в моей команде, это сейчас уже партнер нашей команды. И я просто понимаю, что именно такого, вот такие предприниматели с таким подходом, быстро реагирующие на обратную связь, правя свои бизнес-процессы, только они становятся лучшими в своем рынке. И, конечно же, в удовольствие. То есть мы, в принципе, живем для того, чтобы жить и кайфовать, и наслаждаться этой жизнью. Ну и когда в промо говорили, что победитель по жизни, я заметил, что все это не просто так, не стечение обстоятельств, а это где-то на уровне головы, на уровне умения фокусироваться на результат. И, кстати, именно в этом бизнесе, мне кажется, как раз в 2018 году я услышал вот эту фразу от Вячеслава: где фокус, там энергия, где энергия, там результат. И, собственно, ну, несколько подтверждений тому, как я могу фокусироваться. Да? То есть, придя в бизнес 29 декабря 2017 года, через 9 месяцев, в октябре 2018 года, я сделал свой первый 1 000 000 рублей в месяц чистого дохода. До этого был статус директора. Да, спасибо.
Как это произошло? Все просто, я фокусировался. То есть я хотел этой цели, я хотел зарабатывать больше денег, чем я зарабатывал, будучи топ-менеджером. Буквально через несколько месяцев, в январе 2019-го, у нас было промо, и мы поехали дружно топовым составом в Мексику. И я эту поездку помню как сейчас, да. То есть мы общались там по колено в воде с нашими топ-партнерами и рассуждали вообще, как это все происходит, как можно достигать больших результатов. Дальше, буквально, это, кстати, был мой первый Крокус, ровно через год и один месяц после того, как я стал партнером компании, то есть я вышел на эту сцену, на этой сцене Крокус Сити Холла. Почему это произошло? Потому что я знал, что я хочу выйти, потому что я делал кейс с одним из моих крупных клиентов, это дилерский центр Volkswagen, и я выступал здесь. И буквально через полгода Грузия, высший лидерский совет. И, собственно, зачем мне это нужно было? То есть я понимал, что если я хочу достигать больших результатов, самых больших результатов в бизнесе, мне нужно попасть в окружение лучших, в окружение топового состава. Тогда это был еще высший лидерский совет, сейчас департамент масштабирования бизнеса. Следующее подтверждение. Август 20-го. Победа моей команды, конкретно Александра Шперлинга из Берлина. Он выиграл первый приз Kia Rio. И это очередная фокусировка. Я помню, как мы разрабатывали стратегию победы. Это, конечно, и математика, и все. И та энергия, когда мы в последний день вырываем условно эту победу. Ну и когда компания объявила очередной конкурс, как раз-таки в 2020 году, в декабре он закончился, и, собственно, главным призом был автомобиль BMW, это меня, конечно, очень сильно зацепило. Я очень люблю автомобиль BMW. Правда, моя любовь — это семерка, ну, честно скажу, да. Я думаю, что стоит подумать администрации компании, когда мы разыграем семерку. Да, я готов буду включиться. Супер. И, собственно, про что все это? Про то, что наш бизнес делать быстро выгодно. Вот эту фразу я услышал от одного из известных MLM-лидеров. И, ну, я задался вопросом, а почему так? Почему? И отвечая на эти вопросы, первое, это дает уверенность. То есть вот ту уверенность, которую вы видите в Диме Соловейчуке, которого не пробить, когда он классно говорит, что пока я в бизнесе, у компании будет все хорошо. Вот такая уверенность, когда у вас будет, тогда у вас все будет очень круто. Да, за этим, конечно же, идет высочайшая энергия. Радость, радость от побед, радость от достижений. И люди, конечно же, с которыми вы общаетесь, они хотят общаться с позитивными людьми, это важно. Конечно же, происходит дубликация в команду. То есть команда видит это, видит, что это возможно, и делает все то же самое. Это полностью влияет на скорость бизнеса, на наши результаты и в конечном итоге на достижение целей. И поговорим об инструментах. Те инструменты, которые позволяют нам, как партнерам компании, делать бизнес быстро. Здесь прям прикладные будут вещи, поэтому фиксируйте, фотографируйте. Я разделил на две части, то есть это внутренние и внешние. То есть первое, конечно же, все начинается с цели, с нашей внутренней цели. То есть если у меня есть цель условно там зарабатывать для того, чтобы вечером купить пивка и посмотреть телевизор, это одна история. Если у меня есть цель летать на джете уже через несколько лет, то это, конечно же, другая. Дальше, я решение делать бизнес. Я это назвал вот так, а это вообще на самом деле про авторскую позицию, про ту альфа-позицию, про которую говорил Дима Соловейчук, когда все зависит от меня, и этот бизнес сделаю я, вне зависимости от всех внешних обстоятельств. Это опыт и навыки, то есть это то, кто с чем пришел. Но, как мы видим, опять же, из истории Димы Соловейчука, из других историй, это, конечно, с одной стороны важно, но с другой стороны все самое главное – это вы. И поэтому этот бэкграунд, он может только дополнить, но на самом деле все зависит от нас самих. Дальше – это большой список знакомств, то есть насколько вы коммуникабельны, насколько вы позитивны и сколько у вас есть людей в вашей телефонной книжке. Это высокий темп, это высокая работоспособность, это то,
ну, насколько можете вы включаться в работу и достигать, опять же, больших целей. Ну и у нас есть партнерские пакеты, о них мы здесь особо не говорим, но я сразу скажу, что у нас есть несколько самых эффективных, самых выгодных для партнеров партнерских пакетах, это VIP и OPT, да. Это было внутренние, ну и внешние. Внешние — это кураторы. То есть в этом бизнесе есть огромный плюс, которого нет ни в каком линейном. То есть здесь, в бизнесе, нам, вам готовы помогать все партнеры, все кураторы, и я даже больше хочу сказать, и не кураторы, потому что, ну, вот это наша семья, большая ГИС. Я могу обратиться к каждому партнеру из другой, соответственно, команды в том числе, и мы будем взаимодействовать как единое целое. То есть мне никто не откажет. И это, конечно, большой плюс нашего бизнеса. Это система запуска UDS School, о которой говорил Тарас. И я могу здесь сказать, что вот это очень важная составляющая любых крупных компаний, которые работают по партнерским программам. Есть ли вообще автоматизированная система запуска? Это дает дубликацию, это дает возможность получать одинаково высокие результаты каждому партнеру. Это бонус быстрого старта или, соответственно, треугольник. Это уже инструменты такие более глубокие, когда вы можете увеличить свой доход в 2 раза. Или заработать за первый месяц в бизнесе 10 тысяч. Или вот как Максим, да, из Калининграда, там 26 тысяч долларов. Дальше. Это спринты, это финансовая неделя. Это то, что есть у нас в компании, и мы двигаемся другим темпом, более высоким темпом, тем, чем обычный линейный бизнес. Это наш маркетинг-план, это наши статусы и наши промоушены. Ну и, конечно же, это наши мероприятия. И, собственно, переходя как раз-таки к мероприятиям, я хочу сказать, что компания нас постоянно фокусирует на высокие результаты. И важно как раз-таки фокусироваться, вот, довести до автоматизма, до навыка этот навык фокусировки. Через что? То есть в компании действуют несколько спринтов. В течение года мы проходим 2 спринта, 6 месяцев и 6 месяцев. Этими итогами года мы завершаем спринт 2-й 2021 года. И начинаем, сейчас уже идет второй день нового спринта 2022 года. И, как вы уже поняли, лидерским составом нашей партнерской сети уже кто-то сегодня, кто-то завтра. Мы вылетаем послезавтра, 9 числа утром, вылетаем в Дубай, где будем круто просто отдыхать, проходить тренинг, смотреть новую страну, посетим экспо. И все это можно сделать еще и за счет компании. Конечно же, это большой плюс и бонус. Мы делаем, по-моему, Айрат выступал и говорил, что в 2021 году мы сделали 56 форумов. То есть это те форумы, это та возможность каждого партнера развивать свою партнерскую сеть, делать продажи в разных регионах, абсолютно в разных, где проходят мероприятия, просто пригласив людей на мероприятия. Дальше, в апреле месяце этого года мы проведем квалификационную школу, куда я рекомендую сработать уже каждому партнеру, кто здесь сидит. Каждому человеку важно закрыть нужный статус, чтобы попасть уже на это квалификационное мероприятие. Задайте вопрос своим кураторам, своим наставникам, как там быть. То есть это тот фокус, который приведет вас на новую ступеньку роста. Ну и завершим этот спринт. Мы празднованием дня рождения. То есть сейчас уже эти даты известны, да, то есть это 6-7 августа. Место пока неизвестно, но опять же известно, что по окончании этого спринта лидерским составом, то есть людьми, которые сделали максимальные результаты за крайние полгода, мы поедем на регату. И это, кстати, была одна из мечт этого года. И, по-моему, как раз в департаменте масштабирования эту тему забросил я. И очень здорово, что все согласились. Да. Кстати, кто будет на регате с нами? Супер, я тоже буду обязательно, да. Это то, ради чего мы живем. Вот так мы закончим первый спринт этого года. После дня рождения у нас начнется сразу же второй спринт. И на лидерскую поездку также каждый лидер, каждый успешный партнер сможет поехать абсолютно бесплатно. И опять же у нас начнутся форумы онлайн, офлайн. И будет в октябре
этого года, скорее всего, открытое мероприятие в Турции, ну то есть традиционное, куда можно приехать с гостями, куда мы приезжаем всей семьей, отдыхаем, наслаждаемся и при этом обучаемся. Ну и, конечно же, в декабре, опять же, квалификационная школа. И подведем итоги, я уверен, что на этой площадке в Крокусе, потому что Крокус – это, конечно, мощно. Потому что в Крокусе, вот я вообще на итогах уже 5-й раз, в Крокусе 4-й и 3-й из 4-х я выступаю. И получается так, что включаясь на 100% в этот бизнес, в эту, ну, так называемую, что ли, игру, она мне напоминает игру. Не знаю, там вот Супер Марио, там что-то было, да, в детстве, когда ты идешь куда-то, по пути собираешь какие-то призы, и благодаря этим призам ты получаешь все, что тебе нужно вообще в этой жизни. Это и признание. Сколько за эти 2 дня было признаний, сколько радости, сколько энергии вообще в этом зале. Это, конечно же, деньги. То есть мы про бизнес, мы про деньги, UDS про деньги. Помните, да, это выступление? Да, мы получаем статусы, мы получаем путешествия, что вызывает, конечно же, в нас энергию и радость. И мы получаем окружение. И вот эта фраза, она мне очень понравилась. Мы, кстати, с Дмитрием Соловейчук не договаривались, что у нас будут боксеры, да? Но так получилось, видимо, мыслим одинаково. И, собственно, фраза Роя Джонса: «Ты не можешь изменить свой старт, но ты можешь стартовать сейчас и изменить свой финиш». Поэтому я рекомендую. Да, спасибо. Я очень хочу, чтобы вы прочувствовали эту фразу на 100%. Неважно, что было до, неважно, что было, когда вы там 3 дня назад собирались сюда ехать, неважно, в каком вы настроении ехали, в позитивном, и даже неважно, какие цели на тот момент у вас были. Сегодня я рекомендую пересмотреть свой финиш. Окей, и еще в рамках как раз-таки года партнера, в рамках тех амбициозных целей, которые мы поставили, и мы их точно сделаем, я хочу от себя сказать: не жалей сил на разгон и пообещай себе, что этот 22-й год сделаешь самым результативным в бизнесе UDS. Ну и коли я из Перми, то немножко от реальных пацанов. Хочешь быть в топе — топи. Спасибо.